помогают в решении социальных проблем, воплощают в жизнь смелые решения при поддержке государственных фондов. Некоммерческие организации области за долгие годы существования отлично себя зарекомендовали. Сегодня НКО отметили свой профессиональный праздник в кругу друзей и партнеров. Подвести итоги, обсудить дела грядущие, главные цели участников. Один из успешных проектов – «Няня специального назначения», который готовит специальных социальных специалистов, способных работать с особенными детьми. За 7 месяцев навыки получили 30 человек. У семей с детьми с УВЗ очень часто есть потребность в няне. Но не всякая няня способна остаться с ребенком, у которого есть какие-то особенности. Да? И в то же время есть другая категория женщин, это, как правило, 45+, которые сталкиваются с тем, что в этом возрасте им трудно найти работу. Поэтому мы решили объединить эти две категории. Одним дать работу, а вторым – возможность получить няню. Некоммерческие организации стараются закрыть основные потребности людей, потому сферы затрагиваются разные. Образовательную и патриотическую раскрывает выставка «От Великой Отечественной войны до наших дней» о советских и российских героях. Увы, Россия вынуждена воевать все время за свою свободу и независимость. И из поколения в поколение у нас герои проявляют себя. У нас даже есть здесь семьи, где 3 поколения героев есть. Сохранить историю и сделать мир лучше – одна из основных задач большинства НКО. Сейчас по области насчитывается более 2000 некоммерческих организаций, и с каждым годом эта цифра растет. Мы этот день проводим под знаком хэштега «День НКО-73» и просим всех жителей, кто сталкивался с некоммерческими организациями, с этим хэштегом оставить свои отзывы, поздравления, какие-то впечатления о деятельности некоммерческих организаций на территории Ульяновской области.